На данный момент я являюсь командиром взвода, старшим офицером батареи минометной. Ну, первая моя задача – это сохранить личный состав. Это первая неочередная задача. А второе – это поиск огневых позиций и руководство боевой работой подразделения. У меня есть три вида орудий. Это мелкий калибр 82-й, это минометы, 120-й калибр, тоже минометы, и 122-й – это орудие ствольное. Работу мы выполняем различную. Но в последнее время активно принимаем участие в наступательных действиях. Поддерживаем группы наши штурмовые, пехоты, для занятия более выгодных позиций, продвижения вперед. У нас абсолютно взаимопонимание с нашими соседями. То есть без пехоты у нас бы не было работы, и, соответственно, и у пехоты бы не было таких продвижений без нашей помощи тоже. Пришел добровольцем, когда только началась мобилизация, это было в конце сентября. По возрасту не подходил, там до 35 лет был, но решил пойти добровольцем. Вот. Пришел сначала в пехоту, был командиром взвода в пехоте, потом был в гранатометном взводе, и вот судьба меня привела в минометную батарею. Тогда на тот момент она только создавалась в том виде, который вы сейчас видите. Дома ждет меня жена и четверо детей. Вот за них и воюем.